have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Алазушки. Привет! Мы сегодня с вами в Natural Disaster. Кто-то умудрился застрять в полу. Какой молодец. Пойдем мы с вами кататься сегодня. Это, насколько я понимаю, новая карта или где? Новая карта. Стой! Я выйду. Вот, давай, выходи, надо давай найти сюда, пустую. Во. Будем мы сегодня наслаждаться красивыми видами. Возможно, нас не смоет. Я на это надеюсь. Смертельный вирус, избегайте толпы. Отлично, что мы сели в свою отдельную личную кабинку, что нам не придется. У тебя есть шарф как маска. Шарф, маска, да, еще и мороженка. А что если это одна из частей простуды, которая передается, когда ты кушаешь холодную еду? Блин, слушай, как раз открылся сезон, можно покататься на колесе обозрения. Ну-ка, а если... Оу, да, вид, в самом деле, очень красивый. Ты посмотри на того парня сзади меня. Он просто тусуется в центре, прыгает везде. Лол. Это небезопасно. Так, не выходи. Ладно. Я не хочу, чтобы к нам кто-то случайно залез, поэтому будет здорово, если мы будем просто оставаться в кабинке. Блин, у меня кошачьи хвосты торчат через стенку. Два хвоста кошачьих, блин. А почему ты сидишь так, а я сижу так? Ну, потому что у меня слабая моделька. У тебя это из-за анимации так? Да. У тебя, например, ретро-анимация, у меня обычная. А-а-а. Блин, кто-то кашляет прямо рядом с нами. Ну, это за тебя. Люди в наше время офигели, они даже маски не носят. О, мы выжили. Просто катаясь на карусельке. Почему мы встали? Я не знаю, не, я не вставал никуда, мне все нормально. Так вот, ребят, вот эта каточка сейчас нам явно демонстрирует. Просто оставайтесь дома, и вы спасете мир. Мы сейчас просто катались на карусельке, и все выжили, видите? Помните, при любом опасном вирусе просто катайтесь на качельке. Желательно не в общественном месте. Lucky Mart, погоди, а... Я хочу купить тебе. Как я оказался здесь? Почему нас... Нас даже в лобби не портнуло, ты видел? Да. Это глюк такой. Это не глюк, это фича. Так, начинаем. Мы начинаем бизнес. Ладно, чё кому продать? Сейчас посмотрим, что за дизастер будет. Лестница в никуда. А? Лестница в никуда. Лестница в потолок, в смысле в никуда. А прикинь, если будет deadly virus. Не, два раза, ну, я очень сомневаюсь, что будет подряд. Ну, то есть, было бы не очень приятно. Так, тут есть яблоки, огурцы, тыквы. Тыквы? Где тыквы? Кто квы? Это картошки, это крашеные яйца. Ладно, это яблоки, а вот это помидоры, наверное. Ты уверен, что это огурцы, а не салат? А, это может быть и салат. Так, минуточку, дизастер... А, вот. О, вулкан! Где вулкан? Извержение пукана происходит, так что... Так, я, наверное... я понял. Блин. Я на вулкане. Здесь... Горячо. Поздравляю. Кого-то уже вон разнесло. Тут эти строения-то особо не защищают вроде как, да? Или что, или где? Гоновулкан здесь безопасно. А? Гоновулкан здесь безопасно. Не умрёшь. Это весело и без опа. Ой, только что я чувака поджарила. На вулкане. Говорю, меня больше интересует, как туда можно допрыгнуть, чтобы не утонуть. В общем-то, иди к этому краю и просто прыгай. Там воды нету. Там ниже воды камушек. Ты даже хпшку не потеряешь. Я утонул. Я провалился через текстуру и утонул. Чего? Да
Да, реально, край острова, там текстура. Я провалился через текстуру. Блин, немножко нечестно. Блин. А, нет, я живой. Я провалился через текстуру, но я живой. А я тебе говорил. Ай. Ну, безопасно же, говорю. За секунду до конца... Блин, стоял бы в воде, ничего бы со мной не случилось бы. Случайно Блин. Бы выжил. Мне башку отбило. Теперь у меня какая-то башка человечка. Теперь ты совсем отбитый. О! Качельки, карусельки. Качельки, но ты этот ветер слышишь, да? Да. Унесенные ветром. Так, ну все, сейчас пусть все разъедутся, я возьму пустую кабинку. Давайте, давайте, валите все отсюда. Я буду стоять на кабинке. Я самый умный. Ой-ой. Я соскальзываю. О, синяя кабинка, то, что нужно. Отлично, я поехал. Тан-тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан. Я на самом верху. О, токсичный дождь. Ай! Аллилуйя, токсичный дождь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я умер. Чё ты сразу в кабинку-то... Опа, кто-то улетел. Это я. Нет, не ты. Это я. Нет, там какой-то другой скинчик был. Вон еще кто-то улетел. Люди прыгают. Блин, я Слушай, думал... кабинки нерастворяемые. А... Растворяемая кабинка упала. Черт, черт! Нет! Чего? Это, блин, да, я как бы отъехал, но это было очень эпично. Там вообще есть выжившие? Не знаю, все колесо упало, это выглядело очень... Наверное, те, кто в верхних кабинках, они еще выжившие. Ну, то есть в нижних, я был в верхней. Нижние кабинки утонули. Нет, это типа верхние, оно упало. Ну, так вот. А, о, до свидания. Мне кажется, ли там вон в зеленой кабинке кто-то живой остался? Да. А, да-да-да, они там что-то еще и бегают. Это та первая кабинка, которая упала. Она отвалилась, и они остались живы. Какой-то дебил пытается запрыгнуть на меня. Он же понимает, что я круглый. Он не смажет. Так, ладно. Слушай! Довольно много людей остались живыми для такого ивента. Неплохо. Эпично было. Эпичненько. Эпичный дождь. Токсичный дождь. Ладно. Поехали дальше, посмотрим, что нам еще предоставят. Что там будет? О, там кто-то бегает, смотри, опа. Смотри, опа. Так, центр серфа. Серф Сентрал. Я хочу карту с тачками, с чем-нибудь, на чем можно поездить. Так, я спасатель, все. Чип-чип-чип-чип и Дейл. А я на крышу залезу. Хотя, не нравятся мне эти яблочко. Так, интересно, что будет. Не, если будет потоп, интересно, спасательская вышка, вот эта вот она... Давайте не... А, погоди, песчаная буря? Заходи в домик. Здесь безопа. Да хорош, блин. Да, песчаная буря. Весело и безопа. Народ, вот кто хорошо знает русский язык, пожалуйста, подскажите. Вот почему, если буря, то песчаная, но если печенье, то песочное? То есть, кто хорошо разбирается в грамматике, просто для нас русский язык не является первым, не является родным. Поэтому вот некоторые такие вещи, мы их просто воспринимаем как должное, но вот я сейчас об этом задумался, и мне интересно, почему так. А меня что-то уносит. Блин, серфовые доски улетели. Меня вроде как не трогает, наверное. Ну-ка, встань сюда в угол. В угол встань, ты наказан. Блин, что-то холодно. Ага, холодно. Пойду в угол встану. Сказал человек, проплевавший... А, там 90 градусов, да-да-да. Да.
Шутки за 300. Встань в угол, согреешься. Слушай, кажись, свои котики, которые кое-как держатся за хвост твой, пытаются удержаться и не кажись падают. Не, нормально, я их прижал к стенке, чтобы они не это... А если блин, стенку задавишь? Унесло! А где домик? А где домик? Все, нет ничего, я за фундаментом прячусь. Фундамент сносит, это вообще как? Я улетел. Блин, я тоже. Опять за секунду до победы, ну блин. Два человека осталось. Ладно. Ладно, ладно, хорошо, 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 ладно, хорошо. Так, что следующее? Не знаю. Следующее в студию, пожалуйста. Чувак Данил Про с попугайчими перьями. Ого. Лол. Явно про. Хорошо. О, машинки. Station. Здесь машинки будут. Блин, их разберут до того, как я успею что-то сделать. Машинки разберут. А ну пошли вон все. Я хочу синенькую. Я машинку взял, все. Руки прочь. Черт, ладно, я возьму хотя бы красненькую. Как в нее сесть-то? Дежавю. О! Ты в какой машине? Зеленой. Сейчас, я на красный подъеду, если я смогу выехать отсюда. Уф. Тут колесики такие махонькие. Уи! Метеорный дождь. Привет! Привет! Кармагеддон! О, давай эту машинку сбросим. А? Ты видел это? Я могу кого-то давить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я сейчас грузовик столкну. Дежавю, I've been this place before, higher on the street. О-о-о-о, бомбануло. Вот ее заносят, эту машину. Хотя это весело, это весело. То есть, все-таки, если тебя убьет, пока ты в машинке, это не настолько печально, как если тебя убьет, пока ты... Я застрял, спаси. А все, я тебе уже ничего. У них колесики маленькие у этих машинок, они есть только по ровной поверхности. Ладно, возьму другую. Ты уже выпрыгнул, блин. Я ее толкаю, ладно. Ты ее вытолкнул? Черт, я могу тоже сейчас застрять. Если я сейчас заеду на что-то неровное, я застряну. Я толкаю мою машину. У меня остается все меньше и меньше места для маневра, куда бы я мог поехать. Все, моя тоже застрять. По-моему, да. До свидания. Это было весело. Спасибо, тачка. Так, что у нас тут на заправке продается? Слушай, толкни меня. Ёлки! О, я живой. О, я живой. Да ну, этот метеорит врезался прям передо мной такой. А, чё? Ладно. Вот это, кстати, веселая карта была, это прикольно. Ну и дизастер такой рандомный, то есть не сильно обидно, если такой убьет. О, я на карте остался. Я видел тебя. Так, многоэтажку. Оно же небоскреб. Ну-ка пойдем. Слышишь звук? Ой, ты посмотри на этот фонтан! О, милый! Такие пузырики, бак-бак-бак. Слушай, кажись, будет буря, я, пожалуй, зайду в подвал. Фишка в том, что он как будто арбизами стреляет. Ой, тут это тут есть компа. Иди сюда, чувак, мы тут можем в КС-ку поиграть. Ты в каком здании? А, в этом, которое слева, да. Ты видишь какую-то шапочку в твоем окне? Идем. Пойдем. Там есть компы. Приходи, у нас есть печеньки. А тут есть окно, я не знаю, кто тот человек, который ставит компьютер возле окна. Но ж потом солнце в глаза светит. Вы чё вообще? О, токсичный дождь. Мы тут вообще в безопасности. Над нами 100-500 этажей, которые нас защитят. Посмотри наверх. Чё-то не нравится мне это. Я в угол встану. Я вот тут постою. Так.
Кажись, эти 100-500 этажей сейчас упадут на нас. Не-не-не, нормально. Ты уверен в этом? Да, да, я уверен, что подвал вот в здании это сейчас самое безопасное, что может быть. Ты реально уверен в этом? Ну, как бы, нет, но да. Очень безопасно. Там чё... а чё он насквозь-то капает? Это вообще нечестно, вы чё? Я в другое здание пойду. А чё он капает насквозь? Там ещё этажи вон целые, чё он капает? Каким образом вообще? Я в другом здании, там безопаснее. Не, мне нормально, я тут останусь. А я нет. Рэй, да если чувак на тебя капает, зайди. Слушай, мне только что на голову стул упал. Кто? Стул. Стулом по башке? Да. Там-тарам-там. Ладно, это так навеяло. Все, выжили. Я же тебе говорил, это вообще вот беспроигрышный вариант. Там, чтобы сдохнуть, я не знаю, что нужно было, чтобы сдохнуть. Раунд закончился до того момента, как на меня упала часть здания. Суперски. Так, восстановите мне жизни, пожалуйста. Пожалуйста. Мне очень нужно. Я очень хотеть. О, смотри, как эти небоскребы выглядят, а? Красиво были. Что? В этот раз давай заберемся на самый верх. Ну... Наверное. На правый или левый куда? Давай на левый. Хорошо, пойдем. К самом деле, да, тут наблюдается такая тенденция. Иногда бывает, что одна карта подряд два, а иногда даже три раза, но с разными дизастерами, то есть, ну, с разными катастрофами. Смотри. Это довольно не. Че ты хочешь? Тут есть мостик, иди сюда. Ты хочешь в мостике стоять? Красиво. Согласен. Тут красиво. Вообще, мне всегда нравились офисные здания с такими вот мостиками где-то на высоких этажах. Тут реально прикольно. Пойдем наверх. Где-то люди прыгают. Это у них это торги прошли неудачно, и они такие просто с крыши. О, вирус. Все, до свидания. Вот, смотри. Ой, кто-то кашляет прямо тут у нас. Блин, иди сюда. Там наверху есть кто-то? Наверху... Абсолютно пусто. Слушай, а почему у меня так мало хп? С прошлого раунда не восстановились. У меня тоже. Главное, чтобы к нам никто не лез. Вроде как пока что никто не лезет. Вон, 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 внизу под нами, видишь? Да, соплями да, фигает. Да, прячься, прячься. Сдохни уже! Подохни! Смотри, она эта фиолетовая фигня кашляет во все стороны. Сдохни, сдохни, сдохни! Ури! Фух. Оно ушло. Оно сдохло, по-моему. Вон, на соседнем здании тоже кто-то докашлялся уже. А... Блин, мне что-то эти звуки так напомнили в Worms. В старых Worms еще, которые... начало 2000-х. Да, ну зачем ты так? Я хотел по лестнице... Спуститься. Да. Тут это не работает. Блин. Так вот, в старых Worms, там, если ты травил кого-то, то там потом на протяжении всего раунда червяк такой сидел и такой... Ап-чи! Вот то же самое, что и здесь происходит. Прикольно. Ну, да, тут выжить было, опять же, не проблема. Хорошо. Давайте теперь не здание, давайте что-то другое. Ну, как бы это весело, да, но я хочу другую карту, я хочу новую карту, я хочу еще раз колесо образения, которое обозрение. И тут здание еще раз. Блин, вот давай ты не будешь каркать. Давайте будет новый домик. Ну ладно, заправка тоже неплохо. Ой, я девушку скинул. Ха. О, она сейчас в катке не появится. Кто? Девушка, которую я скинул, она в катке не появится. Ты подставщик, конечно. Так, все. Я нашел там авто. Ну на фуре же можно ездить или нет? Можно. Можно, да, только нужно на соседнее кресло. Уи. Сейчас смотри, какой дрифт. Эй, я поехал, медленно, правда, но я поехал. Дрифт. Дрифт.
Если бы меня не врезались постоянно, я бы на самом деле сейчас мог бы куда-то уехать на этой штуке. Оно очень медленное. Блин, ищите укрытие. Идем на заправку. А! Уйди. Чёрт. Слушай, машине безопаснее, я серьезно говорю. Не, машинки продуваются, к сожалению. Не, они не продуваются. Серьёзно? Иди ко мне в машинку. Здесь безопасно. Блин, я знаю твое безопасное. Это да я серьезно говорю, я здесь ветер не вижу. У нее колесо отмерзло, два колеса отмерзло, серьезно. Ну, в самом деле, в машине безопасно. Она разваливается потихонечку, но пока она целая, она... Я сейчас уеду от вас. Я еще могу ездить, ну-ка. Я тоже могу ездить. Да, она потихоньку разваливается, но я еще могу ездить. То есть колеса ходят ходуном. Я к тебе залезу. Залазь. О, отлично. Ай, какая... Здесь безопасно. Ветра нету, не продувает. Поехали, поехали, поехали. Блин, у нас колесо выбило. У нас одно целое колесо осталось, все остальное уже промерзло. Слушай, у меня у тебя в машине часть колеса. Я вижу. Лол. Лололь. Кстати, это была хорошая острота. Ладно. Все, ребятушки, пожалуй, на этом тогда сегодня все. Мы выжили сегодня в довольно многих катастрофах, катаклизмах. А будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.